Вчера состоялось заседание организационного комитета, которое утвердило эти итоговые списки. Они могут теперь меняться только на основании личных заявлений о выбытии участников предварительного голосования. Других оснований, по сути, быть не может. Никаких жалоб в оргкомитет не поступало по неправомерным отказам в регистрации. То есть максимально всех допустили. И вот единственный критерий, говорит, по которому отказывали в регистрации или аннулировали регистрацию, еще раз повторюсь, это отсутствие справки, подтверждающей отсутствие судимости, либо эта справка присутствовала, но исходя из нее, эта судимость была подтверждена. Все, других критериев, по которым участников не допускало, не было.